Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня у нас уже пятый день, как квасится капуста. Вчера я тоже ее протыкала, как и в третий день. А сегодня уже конец, все. Будем прекращать брожение и выносить на холод капусту. Так что приступим. Вот наша капуста, убрала я гнет, все. Сейчас вот она полна соку. Не загнивает нигде, ничего. Сейчас я ее переложу в этот большой тазик. Выложила капусту в тазик, вынесу на балкон уже все. Буду периодически вот такое перемешивать ее, чтобы выходила горечь, запах. День она у меня и ночь так постоит, и в банку пойдет. Все. На сегодня все. До новых встреч. Понравилось? Квасьте по моему рецепту капусту. А завтра заложим в банку и все. До новых встреч. Всего вам хорошего. До свидания.